К 14 годам лишения свободы приговорен местный житель из севера страны по обвинению в участии в исламском движении «Джамаат Ансаруллах». Об этом сообщает информационное агентство «Азия Плюс» со ссылкой на председателя суда города Худжанда Мавжуда Шарифзада. По утверждению стороны обвинения, 21-летний житель города Исфары Сафраниддин Шамуродов признан виновным по 5 статьям УК РТ. Через интернет он получил от Салахиддина религиозное обучение и впоследствии через WhatsApp стал призывать 3 жителей Джамаата Ворух города Исфары вступить в Джамаат Ансарулла и в составе незаконных вооруженных формирований принимать участие в вооруженных столкновениях на территории Сирии, отметила Мавжуда Шарифзада. Срок наказания осужденный Сафраниддин Шамуродов будет отбывать в колонии строгого режима. Напомним, что фабрикация уголовных дел по так называемому исламскому терроризму и экстремизму активизировалась в Таджикистане в последние несколько лет. Прокурор Сагдийской области Хабибулло Вахидов сообщил на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2017 года, что на севере Таджикистана было зарегистрировано 230 уголовных дел, связанных с причастностью к тому или иному исламскому движению.